В Академии ФСИН России состоялось открытие музея истории уголовно-исполнительной системы и, собственно, самой Академии. Радостное событие приурочено к 80-летнему юбилею вуза. Мы гордимся тем, что событие это происходит в особо важный юбилейный день нашего учебного заведения. Несомненно, что кроме исторического значения, открытие музея послужит нравственному и патриотическому воспитанию молодых сотрудников и курсантов, популяризации традиций и нравственно-этических основ службы уголовно-исполнительной системы. Именно сейчас в условиях реформирования важно преодолеть сложившиеся отчасти негативные стереотипы о работниках пенитенциарных учреждений, да и всей системы в целом. По мнению руководителей Академии ФСИН, музей станет важным фактором повышения престижа и авторитета сотрудников уголовно-исполнительной системы. Ну и, само собой, его открытие послужит хорошим трамплином в воспитании нравственности и патриотизма. Я не хочу, так скажем, умалять достоинства всех остальных вузов, но Академия Рязанская самая большая. Сегодня мы стараемся поднять, еще раз говорю, престиж работника ФСИНа, и потихонечку нам это удается. Как известно, никто так не ценит и не соблюдает традиции, как люди в форме. Открытие музея, несомненно, поможет привить курсантам чувство гордости и уважения к избранной профессии и учебному заведению.